Мне понравилось. Так. А Право. чё эти открывают парашюты до крана? Право летит, чел. Право тебя, Даник. Даник, ты в танки, Пожалуй. в танки играл? Играл. Трое, и они уходят чуть выше, они хотят выше подняться. А, прикиньте это, на этой карте 100 танков. Ну, как то же самое с парашютом, танки падают и все. Типа как Теперь что-то похоже завести. Без танков. Сейчас же есть этот... Танки PUBG. Есть уже? Ну, да. На песочнице, да. Ой, кто здесь? А, это вы. Ёбаный в рот. Кто здесь? Да я думал, здесь тип вот этот не бегает. Опа. И вышло хорошо, и юмп, и эмка. Каска первая, тут кто там без каски? Вова, здесь каска, посмотри на меня. Здесь первый броня вон. Кому-то юмп нужен? Пока нет. Ну, я взял бы, я бегу к тебе. За юмпом. Вон Гарри есть. Лучше, чем дробаш. О, тело летит. Где? Yeah. 30 над горой, скал там. Ну они открыли парашюты сразу там. То есть пламя глушитель есть на П? Аж. Чё? Глушитель? Пламя гаситель. Да, возьму, ты ещё мне девяток оставил. МК здесь есть. Юмпом буду бить по башке. А, я скину. Девяток чуть-чуть. Хватит. Да, до хрена. Надо же. Так. Ну, все, можно утащить. Ой, бля. Ну ладно, сейчас. Я девятка опять. Чё? Не, ничего. По 2 СС мне надо. Хорошо, не критично. Девятки есть. Девятки ты мне скинул много. Там. Не знаю, сейчас здесь подвел. Опа. Мне рюкзак надо срочно. Слушайте. Что там есть что-то интересного? Да пока ничего. Мы в зоне. Рюкзак еще нужен? Да. Глушитель под снайперочку кому-то, а? У меня есть один. Глушак под снайперку оставь, он пригодится в любом случае. Да. Кто-то снайперку возьмет. Я в СС есть, мне как бы. Какие вещи по-любому брать надо? Закачать здесь не здесь я должен закинь ебаный брат. У меня два. Два, три, четыре. Чего три, четыре? Пять. Рюкзаков пять в ангаре. Вторые рюкзаки куча. Где я сейчас? Бегу. Я желтый. Пойми. Ты запомнил какой ангар? Да. В конце там... Маленькие, не? Вторые рюкзаки. Здесь они все рюкзаки в один ангар запихнули. Да, да, 5 штук. О, тут рядом аирдроп падает, Пашка. Где? Рядом. Не вижу. Он упал уже, пошли. И ладно, да тут машина есть, на машине поедем. Вон машина вверху. Или максимум, блять, иксов нету. Да, у меня есть два. Можно пострелять. Икс-2 есть. Сейчас поставили. Так, поставили. Теперь второй здесь еще есть.
нашел? Нет. Коллиматоры нужны? Как нет? Там, в том ангаре. Второго нет. Есть второй, есть. Там два было. Я даже один не нашел. А, во-во, нашел. Еще один? И, вон, я туда, машина, стой, сейчас. Машина наверху. Тихо. Вон дроп. Внизу. Внизу? Ну там машина. Вон тачка едет. Ладно. Стой. Разделились. Подойдите сюда, поможете нам. Пытаемся. Могу себя себе задалека хуярить их. Убивай машину. Сука, уехал. Блин, как он убежал. У меня кончились девятки, блядь. Блин, на девятки. Ой, не девятки, а, блядь, пятерки у меня кончились. Че, он с пятерки дропа и убежал? Пятерка, да. Скинул чуть-чуть. Поехали, догоним его, он с нашим другом ушел. Он ранен такой. Больше там никого нету? Не знаю, может и есть. С нами? Я не верю, что он дроп забрал. Спугаться, убежать. Дроп потом проверим. Но у него машины нету. Пешком бежит. Сейчас он нас разъебет. Да, он уже убежал, блядь. Здесь по горам бежит. Направо. Дальше убежать. Он может чуть-чуть дальше. А, он мог в этот, бля, бандита наверху, то что к своим побежать. Пятерки у кого есть? Дворочки? Да. Бога, походу. Стой. Вон машина горит. 40 назад. Да, залетел. Морим город. Да. Надо было смотреть это, Люд, может он не забрал вообще, уехали. Это мы еще проверим его потом, дроп. Он подходил, а потом решил уехать, когда я начал колеса сбивать. Он стопудов сейчас, он или они лутаются здесь, внизу. Там с горы кто-то далеко долбит. Вот он. Идем. Где? Он один, походу, вот на ферме этой внизу. Идем. Он взял машину, издалека приехал, залил там. Сейчас у него машины нет, он вот на этой ферме. Он там перебегал между домами. Идем принимать его. С нашим аэродропом. А я только подальше, и чтоб красная не нокнула. Разойтись надо чуть-чуть. Так, где он там? Был в центре. Так, кто я ломает? Разбил. Ой, не попал. Попал.
все. Так, с каким дропом, блядь? Оно... Все разбирают. Все, разобрали. Погнали. За дропом пойдем. Догнали. Сука. Значит, он не успел дроп забрать, испугался и уехал. Что случилось? Давай, рассказывай, колись. У меня нет патронов вообще. Ноль. У меня два патрона пятерки. А, нет, 14 патронов в этом. В М-ке. А второе оружие какое? М-ка. М-ка, М-ка? Да. Хрена. Потому что я скинул юмпа. По-моему, дроп он не утонул. Поехали за дропом. Блин. Нормально. Давайте аптечку, да. Сейчас аптечку посмотрю. Чё, просто так ты хочешь мне сказать? Что-то мне не верится. Да, бери ещё аптечку, ещё банку. А пока мы здесь возимся, там уже могли залутать. Там дроп лутают, значит опять придется ехать отбирать. Там еще один будет. На нас выйдут, прям. Справа люди. Люди подходят. Справа? Где справа? Нет, нет никого. Показалось. Это он специально, чтобы все от дропа разбежались. А Вова лутанет. Поехали. Что там? Да ничего. Что там было? Вторая каска. Вторую каску взял. Вторая каска там фулова. Все, забрал, пошли. Ну я не знаю. Некуда ехать. Здесь посидим. Да, с пятерками проблема. Пятерками не то что проблема, такого голика я уже 100 лет не видел. Кто-то едет. Нам едет. Нас едут. Хорошо дал. Надо добить. Ехал туда, блять. Блин, там сок кровь вылетела. Да вы походу мы встретили. Там принимают их. Можно тоже поработать за горочкой постоять. Куда я, блять, бегу? У меня 14 патронов, а я бегу. Приняли, вот вижу один. Опа, здесь еще есть. 10 патронов. Нету. Стой, подожди. Да, сука, патроны. На. Много, хоть что-то. Нормально. Вот один. За дом нокнутый, справа, который. Не, там еще один. Уже. Подбегаю, Стас, у меня патрон ушел в пятерке. Давай, где ты? 20-ку кину. Я бегу к тебе, дать тебе. Там нокнутый справа был, справа двух. Слева одному и живой. Есть это.
Пятерочки. В доме первый этаж есть. Один. Все, все, все. Отъехал сразу. А кто убил? Ты убил? Я убил. Или не, у меня тоже. Он что, с первого этажа ушел? У меня второй, два килла у меня. И у меня килл. Я одного убил, значит. Третью морду забирай. Опа, МК4 кому нужен? Я возьму кар. Я думаю, кар возьму. Кому ВСС вернее? Не, ВСС не надо, мне нормально пока. Пяточки кому надо, скидываю все, почти все девятки сейчас. Я возьму девятки. Тут пятерки скинулся, забирай все пятерки. Да. Так, мне надо палку, палка есть, наконечник не надо. Так, вот второй броник скинул. Нормально. Пятерки Стас здесь. Я Скару возьму. Пятерок много. На тебе пламегаз на снайперку. МК у кого-то из них топовая есть? Топовая нет, не видел. Вот есть прицел выше двойки. Не, у меня вообще нету. У меня только коллиматор. Здесь X2 есть только. Ну, двойка есть. У меня мой любимый МК-14. СКС кто хочет. СКС тоже есть. На снайперку ничего нету. Увеличено там. Этот самый патронтаж. Как его? Я не помню, как называется. Где там трупы? ПС. Так. Сковороду все взяли? Да. Пятерки скинул. X2 и миник. Ой, я вместо этой... Или не брать миник нахуй. Вместо М-ки длинной взять миник, что ли? На него ни хрена нету, никаких обвесов. Вот у меня тоже на МК-14 нет обвесов, кроме то, что мне дал ламигаса. Идем в зону. А, тут еще есть? Рандаси тут. ВСС, кровнодну. Все. Я ВСС закинул. Я шел в зону через горы. У меня самая дикая снайперка. ВСС? Не, МК-14. Это, кстати, МК-14? Это, кстати, с этого дропа. Откуда здесь еще люди с дропом? Это с этого ящика, который мы искали. Вот она, упала. Смотрите, как она стреляет на автомат по 10 патронов. Это снайперка? Это снайперка, которая стреляет автоматом, и урон у нее как у кара примерно. 10 выстрелов как кар. Примерно. Так что зажимать можно. Если было бы увеличено, было бы 20. А у меня 200. Она сильно скачет? Ну как калаш примерно, да, довольно сильно. Вот кто едет? А, это автобус. Самолет. Все. Дай тебе людей, я буду их убивать. Я карс их слышал. Вот что-то нету. DX4. Дроп. Идем сюда. Сейчас там люди внизу будут. Дроп падает. Вот на 320 куда я бы пошел. А, иду. Бля, далеко. Да и хватит, у тебя уже все не, есть. Не, пострелять в них, мне дроп не нужен, пострелять в людей. Да. Можно с ВСС пострелять, чтобы они не знали даже, куда. С жиру бесишься, думал. Не, мне зачем. Вот я бегу, там сейчас с пикаду будут люди идти на этот дроп.
Вот он упал, а упал, упал. Сейчас. Если нас не увидят, они будут лутать. Нет никого. Никто не хочет. Машина едет. Машина к дропу? Она едет? Далеко только. Не, там через дорогу. Ага. Два дропа упало, один дальше, походу, самолета на той стороне. Через Вади. Там тоже почти, никого нету. Почти на камерах. Надо тут чекнуть, что у нас рядом. Никого нет. Мы в зоне остались. Да. Там гора напротив. Дроп можно утонуть. Сейчас уже никто его не трогает. Вдруг там авик. Да, там с той стороны сейчас сидят пацаны такие. Ну давайте, давайте. Так же, как мы по суд, типа дроп. Кто сейчас пойдет? Кто пойдет? Пойдешь и ляжешь? Нафига тебе? Чуть ли не хватает уже. Все есть. Ну так. Банок у всех хватает? Да. У меня три более турящие, три энергетика. Не, объединяй все в банки. Значит, у тебя 6. Чтобы легче говорить. 6 банок. У меня 9 банок. У меня 4. 7 аптек. На тебе банки. Где ты? Я здесь. У меня да, 7 аптек. Одну банку дай, да, мне хватит. Аптек. На тебе 2. Аптек мне две хватит. 2 банки. Не надо мне. У меня 3 аптеки и бинты мне хватит. Там машина люди. Возле этого. Тихо. На 205 через дорогу на горку. Скоро стреляю. Не вижу, куда ты работаешь вообще. Так, наверное, работает. Знаешь, если я попадаю даже с карточком. Там вот машина едет. Машина вниз. Надо поехала. Приехала. Они в нас стреляли с каром. Вот едут на дроп. Едут на дроп, да. А, вон там в домах, походу, их принимают. Там дом и какой-то джипик стоит, да, ему колеса пробью. Колес отбил задний. Я, блядь, не знаю, куда я попадаю, я не вижу. А ты не отпускай этот левый. Зажал и держи левый, понял? Я делаю, но все равно. Но убирать лучше, перезарядить. Все, отбил. Сколько здесь расстояние примерно? 400. Ну, может, 500. Не, 400, не больше. Так. Там здание есть, там здание есть. Я проверяю спину, чтобы нам в спину не пришли, у меня все равно стрелять не с чего. Надо двигать туда к луту. Ну, иксов нет, у меня x2. Нам двигаться надо в сторону этого лута. Ну. Дропа, идем. Там за. Да, там нету. Машина уехала, которая была за приголком. Там они в здании, спускаемся. Да, я понял. Спускаемся вон там, этот будка. Дроп еще можно утонуть. Да. Там на камнях на той стороне чел вон бегает, скачет. Вижу, Лёх. Лёх сейчас будет сейчас стрелять. Зайдем в зону, попробуем. Там их два. На 265 можете работать, три человека, 265, внимание. Спокойно работайте. Да вы видите, никого не вижу. Там ты на W. Нет.
какого-то из семерки? Нет. Попасть, блядь. Паш, скинул. Семерки? У тебя? Нет. Ой, там дроп, так хочешь себе вот взять. Давай не сбегай. А, вниз. В зоне. Спасибо. А мы в зоне. Кто-то пуляет оттуда. Сзади могут прийти сверху? Надо смотреть. Навряд ли. Сейчас, сейчас зад посмотрим, чтобы не пришли. 295 люди. Я в зоне. Зона четко в дроп идет. Ой, он мне попал. Лутанем потом. Он смотрится. Парни, парни, справа, по-моему, кто-то бьет, нет? Не, это те сдалека. Со скал. Не, справа никого нет. Так, один ушел вниз в дома, один у них убежал. Сейчас их будут там принимать. О, дал ему на ходу зеленой крови. Я смотрю лево. Он вышли из дома. В оранжевых штанах вышел из дома. Но у них в спине двое. Короче, их там четверо. Сейчас домов будут выходить. Ты еще пуляете, я не знаю. Нихуя. Обу ебанули. О, ползи ко мне. Вова, сюда ползи, спускайся ниже. Ползи. Пашка, воюй. Если на лево, переходим. Вот эти двое пришли к тем двоим. Дом сходи, Вова. Всё. Ой, хрен носи. А, мы убили их? Да, мы. Нихуя себе. Награда 31 всего лишь. 31? Да. Че, иди не здоровье, 31. А, всё. Это баг был 361. 381. Нормально. Что за баг? Заводите, сейчас подойду. А я все. Алло. Что ты все? Все, все, отходить надо. Может потом. Где там Валера? Валера позовем. Валера. User left your channel. Все, давайте, удачи.